Футбольная команда «Саксон» была сформирована в Гагаузии несколько месяцев назад, но уже успешно выступает в рамках чемпионата Молдовы по футболу. Матч, проведенный 19 сентября на футбольном поле Чедерлунги, продемонстрировал их высокий потенциал. Игра между командами «Саксон» и «Кангаз» завершилась результатом 2-0 в пользу местных футболистов. Боролись, игра была хорошая, даже несмотря на то, что остались десятером. Отстояли, показали хорошую игру. Я думаю, всем понравилось. Болельщики довольны. Молодой коллектив. Есть над чем работать. Впереди, думаю, что покажем футбол намного лучше. Конечно, не хватило желания, в первую очередь. Желание. Видно было, что у ребят Чедерлунги желание побольше. В основном составе команды «Саксон» играют лучшие футболисты из Чедерлунги и Тамая. Они были отобраны из 7 других футбольных коллективов. В составе игроков из «Кангаза» более опытные, но в этой игре они уступали хозяевам поля. Мы собрались буквально в начале сезона только. Пока идет расстановка, кто где играет, определяемся по ходу. Сегодняшний игрой, конечно, недоволен. Вроде ребята и старались, но не получается у них еще. Ну, думаем, что в дальнейшем, может, чуть-чуть исправим положение, должны постараются. Мы готовились к этой игре тщательно. Я сегодня видел, что у нас возможности есть, и я сегодня их хорошо оцениваю, потому что была игра, получилась игра. Инициатива создать мощную футбольную команду в автономии принадлежит Георгию Кадын, любителю футбола, начальнику МРЭО и депутату Народного собрания Гагаузии, который утверждает, что нацелен прежде всего на воспитание молодежи и развитие футбола в регионе. Никаких зарплат у нас нету, это строго на общественных началах. Помогают ребята, спонсоры, чедерлунские бизнесмены помогают. Думаю, выживем, думаю, что есть у этой команды будущее. И в Чедерлунге футбол возродим. Мальчишки серьезные, провели 4 игры, 2 игры выиграли, 2 игры проиграли. 26 сентября команда «Саксон» примет участие в футбольном матче в селе Кирсово против команды «Камрад». В рамках настоящего чемпионата по футболу им предстоит играть с командами всех южных районов Молдовы.